Друзья, привет, привет, привет! Сегодня хочу поделиться с вами маринованными грибочками за 10 минут. Очень вкусно и очень быстро. Под видео описание добавлю. Итак, нам нужно 500 грамм шампиньонов, 70 миллилитров воды, растительное масло 60 миллилитров, уксус 9%, 15 миллилитров, сахар и соль по 1,5 чайные ложки, перец горошком, лаврушка, чесночок пару этих долечек и укропчик. Приступим. Итак, в кастрюлю вливаем воду, уксус, соль, сахар, растительное масло, лаврушка, горошек и ждем закипания маринада. Маринад закипел. И мы добавляем шампиньоны. Вот так это сейчас выглядит. Можно немножко помешать, чтобы все смочилось. Так. После закипания мы хорошо перемешаем. Тушим, варим, кому как угодно. Как это получается, не знаю, как правильно сказать. 8-9, ну, можно даже 10 минут, как я и говорила. Без закрывания крышечки. Просто ждем, как все закипит. И ждем 10 минут. Ну, вот такой момент. Грибочки наши закипели. Теперь мы тушим их, варим. Как-то нескладно у меня в этот раз получается снять видео, но все-таки. 10 минут. В конце добавим с вами укроп с чесноком. И все, и грибочки готовы. Ждем 10 минут.